Блин, сейчас нужно просто понять, что делать с этим клоном, как воскресить Тёмина. Стоп. Я слышу какие-то шорохи. Кто здесь? Кто здесь? Леон, не подходи сюда! Кубик? Это ты? Мистер Барли? Что вы здесь делаете, мистер Барли? Стоп! Мистер Барли, вы... Вы отец Леона? Блин, ты как ты об этом узнал? Мистер Барли, серьезно? То есть... Я сейчас да, не ошибся? Это правда. Нет, это чистая правда. Я хотел рассказать вам, но... Мистер Барли, почему вы все это время молчали? Вы... Это же такая вообще информация важная! И вы даже это... Вы почему это скрывали это все время? Я не знаю, я честно не знаю. Но я одно готов сказать, то что... Тот, кто человек, который, или не знаю, как его назвать, который за нами охотится в виде Леона, это не мой сын. Мой сын давным-давно уже погиб. А кто это тогда может быть, мистер Барли? Перед нами же все время Леон возникает. Каким образом? Да, но я не знаю, кто-то пытается за ним прятаться за его обликом, я в этом уверен. А клонов тогда как делать? Давайте рассказывайте мне, мистер Барли. Клонов я может делать знаю, только честно, Леон. Это какая-то магия. Я не знаю, кто может это делать. Но так делать мог только я и Леон. Понимаешь, я всегда с вами, я всегда рядом с вами. А Леон давным-давно погиб. Мистер Барли, ну если вы это все делали, если вы это все могли делать, вы. Ладно. Я еще раз говорю, я всегда рядом с вами. И хоть раз. Я мог просто-напросто рядом с тобой поставить клонов. Нет? Нет, не мог! Мистер Барли, я что-то немного не уверен. В общем, смотрите, что я нашел, мистер Барли. Я клон нашел, чтобы Омина воскресить. Вот, стоп, давайте а его воскресим. Где ты его нашел? Да, я просто... Ну, там долгая история. Вот, и получается... Я, правда, не знаю, каким пользоваться, мистер Барли. Вот, возьмите, пожалуйста, воскресите его, хорошо? Чтобы он нам помог. Господи, я не уверен, что у нас это получится сделать. Почему? Потому что Омин сказал мне, чтобы снять с него эти чары, нужно убить Леона. Но как мы это сделаем, если мы даже не знаем, кто это? Мистер Барли, а скажите мне, пожалуйста, когда вам Омин об этом сказал? Ну вот, не так давно, то есть до того, как ты сюда пришел. То есть вот эти все блоки, это вы что ли поставили? Да, эти блоки поставил я, да, я чтобы думал, это спрятать Леон Омина. Сделал. Так, а тогда... Стоп, мистер Барли, а вы меня сейчас не обманываете, потому что я когда к Омину приходил, он мне ничего не говорил, он просто вот так вот стоял, молчал и все, только глазами хлопал единственное. Нет, у нас с ним особая связь, что он маг, что я маг, и каким-то образом он попытался со мной связаться и связался, у него это получилось. Так, хорошо, мистер Барли. Два раза. А что же сейчас он вам тогда говорит, или он молчит сейчас? Он сейчас молчит. И... Я говорю еще раз, это тяжело, когда он заколдован, это тяжело выходить на связь. Блин, ну ладно, а что тогда нужно сделать? Мы что, должны просто Леона... Стоп, а как мы тогда Леона убьем, если Леон и так уже мертв? Я еще раз говорю, это невозможно. Там кто-то скрывается под силуэтом Леона. Я не знаю, кто это и как это вообще возможно. Мистер Барли, а мы можем как-нибудь просто Омина с собой забрать, чтобы здесь с ними ничего не сделали и спрятать его в укромное место? К сожалению, мы этого сделать не можем, но... Я тебе готов доказать, что под маской Леона кто-то скрывается. И сейчас мы туда сходим. Смотри, сейчас мне нужно самое главное, это загадать желание. Раз, два, три. Мистер Барли, что у вас происходит? Я загадал желание, чтобы Омин воскрес, но... Ну, что-то оно как-то не сработало, вы это не видите, мистер Барли? Да, что-то не срабатывает, и я не понимаю почему. Хотя нет, понимаю. Так. Все-таки нужно нам убить Леона. Ладно, давайте, вы там сказали то, что можете как-то доказать. И как же вы докажете, да, мистер Барли? Да, пойдем. Ой, я оставил амулет. Я оставил амулет, ты и чё, я лучше его забрать. Нужно точно забирать, мистер Барли, вы так, пожалуйста, поаккуратнее. Все, пойдем за мной. Я нашел логово Леона. Еще одно логово Леона. Очередное? Да сколько их здесь вообще по всему острову напихано, блин? Непонятно я уже. Я не знаю, давай, садись в лодку. Мистер Барли, это моя лодка, это я на ней приплыл вообще-то. Ладно, да, но давайте. Неважно. Давай, поплыли скорее, поплыли. Нам нужно доплыть до острова, так, который находится рядом, прямо недалеко от Дома Розы, понимаешь? Стоп, мистер Барли, так мы же... Вот здесь же стоял Омин на этом месте. Вы, кстати, его тоже видели или нет? Да, это я тебе давал подсказки, это мистер я Мистер Барли, серьезно, это вы... Стоп, нет. Когда я последний раз увидел подсказки, когда я подбежал к мистеру Барли, это был клон. Там был Леон, да, и я тебе ставил подсказку, чтобы ты увидел, что там стоит клон. Ладно, я что-то вообще уже запутался. Все, мистер Барли, мы приплыли, сюда нужно выходить? Да, иди сюда. Так, смотри. Хорошо. И что здесь?
Смотри, здесь логово Леона. Так, стоп, будь аккуратен, может, еще здесь. Как вы вообще его смогли найти? Офигеть. Мне это дал... Эту подсказку мне дал Омен. Он мне сказал найти его здесь. Так, смотри. Хорошо. Ты просто на это все смотри. Мистер Барли, но... Обрати внимание. Да, я вижу. А что здесь делает броня Леона? Нет, ты не на то обращаешь внимание. Смотри, это маска Леона. Это его маска. Лицо Леона. Кто-то под ней скрывается. Видишь, она... Так мы же его уже видели несколько раз. Ну, я точнее видел. Я думал, что это типа как камеры какие-то у него. Нет? Нет, нет. Это маска. Это маска. Значит, под ней кто-то скрывается. Понимаешь? Точно такую же маску мы с тобой видели в пещере, куда мы попали с тобой. Да, и... да. Я помню. Я вот про это вам и говорю, мистер Барли. Черт. И понимаешь, что под этой маской все-таки кто-то... Стоп. Да, я понял, мистер Барли. Откуда у тебя этот меч? Вы про демонический посох? Вы же мне сами его дали, мистер Барли. Я не про демонический посох, у тебя только что... Вот он, вот этот меч. Да, а что такого? Просто обычный меч, мистер Барли, разве это нет? Это самый могущественный меч. Блин. Ладно, я вам просто не хотел немного об этом рассказывать. Я его нашел, когда, ну, вместе с кулоном, они как бы в одной комнате лежали. Это... Там еще книжка одна была... Да я ни к чему. Что за книжка? Что за книжка? Мы обязательно с вами сходим туда, только давайте попозже немного, не сейчас, я просто... А что там за книга была? О чем там говорилось в этой книге? Да там много всего сказано было. Я так понял, что в книгу... Дай мне этот меч. Не-не-не, мистер Барли, я не хочу вам давать пока что. Можно? Просто я же очень слабый, а раз меч такой сильный, он мне по-любому пригодится, мистер Барли. Ну да, тоже верно, да. Кстати, вот, смотри. Здесь стояли посохи. А, это вы что ли забрали их? Потому что здесь сейчас же ничего нету, мистер Барли. Да, вот. О. Тут были два посоха. Нифига себе. Вот, я даже один забрал. А откуда их здесь так много, мистер Барли? Что? Я не знаю. Я правда не знаю. И был вот этот топор. Но суть в том, что у Леона не было никогда посоха и никогда не было топора. У него были одни сюрикены. Так, мистер Барли, он, блин, весь остров оборвал. Мне кажется, что просто он всех бравлеров ограбил и... Я никогда не видел таких посохов ни у одного бравлера, понимаешь? Может, он их сам тогда как-нибудь сделал? Нет, это невозможно. Ну ладно, и он мистер просто-напросто Барли, не обладает уже, такими знаниями. Давайте уже уйдем отсюда, то как-то, блин, здесь вообще прям очень страшно. Меня напрягает, на самом деле, очень сильно. Да, и я когда сюда пришел, я здесь увидел Леона. Точнее, кого-то в облике Леона, но он убежал, я не успел его убить. Серьезно? К сожалению. Офигеть. А кто это может быть у вас? Есть какие-нибудь предположения? Нет, мистер Барли? Честно, никаких предположений. Абсолютно никаких. Я правда ничего не понимаю. Но у меня есть офигенная идея. И я думаю, ты с ней можешь согласиться. Нам нужно забраться как можно выше. И может быть мы увидим кого-нибудь или... Не знаю, логово еще очередное какое-нибудь. Знаете, мистер Барли, надо забраться на вершину. Мне кажется, что на самом деле посреди ночи это делать прям очень глупая затея. Давайте хотя бы утра, может быть, дождемся или некогда нам. Нет, надо скорее все делать очень быстро. Нам нельзя не терять ни минуты. Пойдем скорее. Так, ладно, вы на ту же вершину хотите забраться? Да, я там приметил одну вершину. Там она самая высокая, по-моему, на этом острове. Да, ладно, мистер Барли, а вы там уже были или нет? Нет, я хотел, но так и не забрался на нее. Вы так долго находитесь на этом острове и даже ни разу на нее не забирались? Почему, мистер Барли? Да, ни разу, абсолютно ни разу. Я не знаю, может быть это просто страх был очередной. Я не знаю, честно не знаю. Ну ладно. Так, а нам долго вообще туда идти, мистер Барли? Ты посмотри на нее, она очень высокая, поэтому путь нам предстоит не близкий. Да, нам нужно очень много сил. Все, пойдем скорее сюда, мы уже близко. Так, стоп. А откуда у тебя золотое яблоко? А я... Тоже там же нашел вместе с этим мечом, мистер Барли, в той же что комнате. Что ты за сокровищницу нашел какую-то? Ты да там, там больше обнаружил. Ничего не было, там только книжки всякие были, и вот одна книжка была. Ну ладно, потом сходим, в общем, мистер Барли. Хорошо, вот. давай, забирайся скорее. Да сколько еще подниматься-то? Ё-моё! О, лава тут до сих пор не застыла. Ладно. В смысле до сих пор, мистер Барли, вы здесь были, что ли, уже? А, да нет, мне просто рассказывали, то вот раньше, когда-то давным-давно, было извержение вулкана. А кто вам тогда рассказывал об этом? Другие бравлеры, которые тогда еще были все живы. Мистер Барли, как-то все это странно, у меня такое чувство, как будто вы меня обманываете, вы на самом деле... О, стоп, мистер Барли, смотрите, там дверь какая-то. Что? Нам надо скорее туда забраться. Так, только аккуратно, пожалуйста, в лаву не упадите, мистер Барли, давайте просто сейчас... Да, хорошо. Вокруг обойти. Что? Мистер Барли,
Как вы ходите по воде, мистер Барли? С вами что такое? Тут стоят какие-то невидимые блоки, Купик. В смысле, серьезно? Можно я тоже попробую? Так, мистер Барли, если что, держите меня только за руку, пожалуйста. Давай попробуй. Да, серьезно? Офигеть! А, мистер Барли, нафига вы так делаете? Я хожу по лаве. Что? Каким вообще образом? Я даже такого ожидать не мог, на самом деле. Ладно, давайте уже поскорее пойдем. Так. Так, стоп, будь аккуратен. Да, я меч у меня сейчас уже наготове. Тот, кто скрывается под маской Леона, он находится здесь. С чего вы взяли, мистер Барли? Это мое чисто мое предположение. Давай, ну, заходи скорее. Смотрите, так, нет, я первый. Это космическая комната, мистер Барли, это что вообще такое? Офигеть! Так. Офигеть! Я знаю, что это за блоки! Что же это? Эти блоки я видел давным-давно в другом астральном мире, когда еще был совсем ребенком. Капец, мистер Барли, я такого вообще ни разу не видел. Смотрите, какие они красивые! Офигеть, мистер Барли! Смотри, тут же все волшебное, смотри, даже частицы волшебства есть! Да, только здесь как-то странно то, что всего одна кровать стоит и больше вообще ничего нету, это как так? Знаешь что, Купик? Что? Леон никогда не любил фиолетовый цвет. Поэтому здесь 100% скрывается кто-то другой. Но кто? Кто может здесь скрываться? Я не знаю, мистер Барли, я пока что вообще ничего не понимаю, но эти блоки... Они реально просто такие красивые! Да, но будь аккуратен. Возможно то, что эти блоки принесут большую опасность, чем их красота. Не знаю, какая-то, господи... Стоп! Ладно. Так, я на всякий случай еще проверю, может что-нибудь на улице есть. Купик. Так, вроде бы здесь смотри. Мистер Барли никого смотри, нету. Смотри, что здесь есть! Мистер Барли, что там? Мистер Барли! Мистер Барли! Вы где? Куда вы делись? Мистер Барли, вы где?